Мужчина пострадал в ДТП на Киренского при загадочных обстоятельствах. Его сбил автомобиль, из которого он только что вышел. Буквально за минуту до инцидента белая «Лада Веста» припарковалась недалеко от остановки. Из салона вышли двое мужчин и разошлись по сторонам. Один пошел направо, другой налево. Как только водитель тронулся с места, к нему под колеса внезапно кинулся один из пассажиров. По странному совпадению, второй мужчина слева в этот момент тоже упал, но быстро поднялся на ноги и пошел помогать другу по несчастью. Пострадавшего с травмами увезли в больницу. В ГИБДД пояснили, что пешеход решил перейти дорогу в неположенном месте, но угодил под колеса авто. В момент аварии водитель был трезв. Состояние обоих пешеходов не уточняется.